крымский наркоторговец попытался дать взятку сотруднику полиции. Однако солидная сумма не заинтересовала правоохранителей, и мужчина получил еще одно уголовное дело в придачу. В результате профилактических работ по противодействию распространению наркотических средств крымские правоохранители обнаружили в одном из сел Кировского района республики домовладение, где находилось 19 кустов конопли. Подозрение пало на местного жителя, которого тут же задержали. Во время оформления протокола в служебном автомобиле мужчина предложил сотрудникам полиции солидную сумму за освобождение – 20 тысяч долларов. Несмотря на то, что он был предупрежден полицейскими о противоправности его действий, злоумышленник настаивал на передаче денежных средств. Кировским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело.